Суть специальности заключается в том, что с возрастом организм человека определенным образом меняется. Он меняется физиологически, он меняется анатомически, он меняется в определенном плане и психологически. Вот. И это все требует особого подхода к этой категории пациентов. Врач-гериатр, он должен быть и психологом, он должен знать отдельную фармакологию для этой возрастной категории пациентов, потому что, как правило, там все дозировки лекарственных препаратов совершенно другие, чем применительно ко взрослым, допустим. Вот, он должен понимать все особенности возрастного организма.